аудио подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 103, упражнение номер 213. Прочитайте. Поздороваться с кем? С командиром. Тревожиться за кого? Хвалить кого? Хвалиться чем? Извинить кого? Извиниться перед кем? Беспокоить кого? Беспокоиться о ком? Составьте словосочетание с данными глаголами и подходящими по смыслу именами существительными. Запишите словосочетание без вопросов. Укажите падеж имен существительных. Потревожиться за кого? За брата. Винительный падеж. Хвалить кого? Друга. Винительный падеж. Хвалиться чем? Успехами. Творительный падеж. Извинить кого? Сестру. Винительный падеж. Извиниться перед кем? Перед мамой. Творительный падеж. Беспокоить кого? Дедушку. Винительный падеж. Беспокоиться о ком? О бабушке. Винительный падеж. Определить, от какого из выделенных глаголов можно образовать три формы времени, от какого только две. Устно образуйте эти формы. Хвалиться. Что делать? От этого глагола можно образовать три временные формы. Хвалюсь. Настоящее время. Хвалился. Прошедшее время. Похвалюсь. Или буду хвалиться. Будущее время. Извиниться. Что сделать? От этого глагола можно образовать только две временные формы. Извинюсь – будущее время и извинился – прошедшее время. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.